Так, друзья, у нас уникальный велосипед на самом деле. Производитель Rocky, то есть здесь даже номер телефона производителя указан на шильдике. Один из самых первых горных велосипедов в Твери. Посмотрите, насколько классная обода, чистая сталь. То есть очень тяжелый, очень мощный обод, но до сих пор все это работает. Вилка работает, руль такой красивый. Хочу обратить внимание на вот этот вот тросик. То есть вот представляете, да, вот такая толщина, и он переключает. Вот, сейчас мы его обслужим, другой, конечно, поставим без болта. То есть вот в этом отверстии даже резьбы нет, непонятно, куда его вкручивать, потому что здесь никаких тоже отверстий нет. Но при этом все держится и все переключается отлично. Сейчас мы его проапгрейдим, на промах поставим, конечно, облегченная обода, все будет круто. Обращаю внимание еще на переклюки. Здесь Шимана, а вот это вот семерочка. Представляете, насколько древняя вообще историческая семерочка. У нее даже окошка нету, чтобы смотреть, где что, куда переключилось. Такой вот уникальный велосипед принесли в сервис. Готов наш Rocky. Вот такой необычный по форм-фактору велосипед. Смотрится как маленький джип. Перебрали здесь вообще все, что возможно. Поменяли ось и подшипники, и конуса задней втулки. Новое колесо на промах. В таком шикарном ободе под цвет. Все подбирали под цвет, чтобы он получился примерно такой же, как хозяин изначально его планировал создать. Поставили крылья, новые задние тормоза, новые передние тормоза, новые ручки, монетка новая. В общем, получилось у нас превышение бюджета в 2 раза, чем изначально мы планировали. И сделали мы все еще не до конца, потому что у нас старый переключатель остался, Shimano SIS, и трансмиссия пока старая, но она не проскакивает, она работает. То есть в целом не уложились мы, вообще не уложились в то, что планировали. Но получилось вот так вот интересно, прикольно.